Несмотря на заключенное при посредничестве России перемирие, Азербайджан продолжает удерживать в плену не только военных, но и гражданских лиц, в частности, пожилых супругов Автанделяна, одному 85, а другому 75 лет, которые, поверив перемирию, возвращались в родное село в Арцахе на такси и были взяты в плен. Более того, в Азербайджане открыли парк, где глумятся над манекенами армянских солдат и касками погибших. Как относится МИД России к таким действиям Баку и как могут такие действия повлиять на мирный процесс? Не грозят ли они миротворческой роли России? Поднимала ли Москва в рамках различных контактов с официальным Баку вопрос так называемого парта, представляющего собой не что иное, как фашистский спектакль? Вы знаете, Россия предпринимает энергичные посреднические усилия для устранения одного из наиболее сильных раздражителей в отношениях Баку и Еревана. Мы выступаем за решение проблемы военнопленных по формуле обмена всех на всех, как вы знаете. И такой шаг действительно создал бы благоприятную атмосферу для продвижения вперед по целому ряду по-настоящему важных вопросов. Что касается парка, то мы рассчитываем, что в практических делах Баку и Ереван будут стремиться к шагам, которые направлены и будут направлены на нормализацию отношений, а не на создание новых разделительных линий. Вы знаете, не то что кажется, а в общем это факт. Такая цена была заплачена. Огромная цена. Жизни людей этим моментом и трагическим, и дающим одновременно надежду на будущее нужно воспользоваться в мирных целях, в созидательных целях, а не использовать этот момент для еще большего усугубления ситуации, чем было это ранее. Не создавать разделительные линии, не создавать новых раздражителей. Да, это сложно, особенно после вооруженного конфликта. Да, очень сложно его преодолеть, в том числе и психологически. Да, многие не согласны с результатами, многим хочется кому-то продолжение, кому-то реванша. Но в этом ли цель? И разве создание подобных и раздражителей, подобных проблем будет содействовать или будет идти на пользу достижению и урегулирования, и возвращению мира? Вот этот вопрос нужно задать. Ответ на него, мне кажется, очевиден. Нет, не будет. И важнейшей задачей на данном этапе мы считаем укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении, формирование положительной экономической повестки дня, способной обеспечить в перспективе условия для устойчивого развития Закавказья. Это отвечает интересам всех наших партнеров по региону.